«Покрути педали и зажги елку». Под таким девизом проходит праздничный сезон в одном из районов Будапешта. Местный глава нашел способ сэкономить на электричестве и при этом не отказываться от традиционных рождественских огней. Здесь появилась импровизированная елка из гирлянды, подключенная к велосипеду. Это возможность подвигаться в такой холод. Также можно почувствовать, сколько сил надо приложить, чтобы зажечь украшения для 6-метровой рождественской елки. Остальные гирлянды работают за счет накопленной солнечной энергии. Это прекрасное решение проблемы в условиях энергетического кризиса. Без украшений было бы очень грустно. Каждый год эту площадь красиво украшают, а без огней все выглядело бы печально, так что это отличный компромисс. Впрочем, гирлянд и других светящихся украшений в этом году все равно намного меньше, чем обычно. Так за праздничный сезон получится сэкономить более 60 тысяч долларов. Эти деньги потратят на электроэнергию для детских садиков и других социальных учреждений. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.